Сейчас за моей спиной как раз тот самый перекресток, который сегодня утром вызвал сильное недовольство тюменцев. Судя по комментариям пользователей в сети интернет, пробка на этом месте, на улице Дружбы, скопилась, начиная аж от Леруа Мерлен и заканчивая как раз этим перекрестком улиц Дружбы и Ветеранов труда. Судя по комментариям людей, причина этого — перенастройка светофоров на этом перекрестке, которая происходила в выходные. Что касается ситуации на дороге сейчас, мы можем видеть, что пробка действительно огромная, причем в разные стороны, и она продолжает, судя по картам, нарастать. Люди стоят, но ухудшает ситуацию, как нам кажется, то, что совсем недалеко от этого перекрестка новый светофор, на котором зеленый свет горит совсем недолго, и машины тоже продолжают на нем скапливаться. Как нам пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, специалисты следят за ситуацией на этом участке дороги и будут продолжать мониторить. Касаемо светофора по улице Ветеранов труда Дружбы, мы должны понять, что то, что происходит со светофорным объектом, это нормально. Да, сейчас его включили в проектный режим, и сегодня в течение дня происходит мониторинг и будет проведена корректировка режима работы светофорного объекта. И такая корректировка, она проходит постоянно. Постоянно меняется режим работы светофорного объекта. Мы должны понимать, что тот светофорный объект, который на этом перекрестке установлен, он установлен под проектный прогнозируемый транспортные потоки с учетом строительства третьего яруса развязки. Будем надеяться, что совсем скоро ситуация на этом перекрестке стабилизируется. Ну а что касается вообще ситуации на дорогах в эти минуты в городе, она достаточно сложная. Карты нам показывают, что в городе пробки 8 баллов, так что людям, которые сейчас направляются с работы домой, стоит заранее выбирать маршрут, ну и, конечно, запастись терпением. Мария Рянина, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.